В усадьбе Архангельская состоялся третий этап внеочередной конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Участники заседания определили приоритеты развития на ближайшие 5 лет и приняли региональную предвыборную программу «Подмосковье. Территория перемен». Она была подготовлена на основе предложений жителей. Всего было собрано и обработано свыше 700 тысяч инициатив. Основными приоритетами программы развития стали потребности и запросы жителей. Качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух и чистая вода. Перед делегатами выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Цель нашей сегодняшней встречи – еще раз мобилизоваться, еще раз объединить усилия для того, чтобы научиться самым дорогим, что есть, я часто говорю, доверие наших избирателей. Мы все прекрасно понимаем, что нам довелось работать в уникальной территории, в уникальном регионе, очень разном, очень самобытном, богатой историей, культурой. Здесь присутствующие кто-то, наверное, всю жизнь отдал тому, чтобы Подмосковье развивалось, преображалось. В работе партконференции приняли участие представители партийного актива городского округа Щелково, депутаты, руководители муниципальных органов власти. Что волнует наших жителей Московской области, это могу сказать из опыта своих встреч, которые мной проведены и в рамках предварительного голосования, и в рамках подготовки к нашей программе, порядка 170 встреч. Эту программу принимали люди. Это, я считаю, уникально. В истории нашей партии такое предложение. Люди на него откликнулись. Действительно, мы собрали в онлайн-формате и в ходе встреч с коллективами, и во дворах, и с общественными организациями. У нас были разные брифинги с представителями. И то, что мы сегодня приняли единогласно, то, что вчера приняли на съезде, это как раз программа народная, которую предлагали люди. В предвыборной программе, принятой делегатами третьего этапа внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», наибольшее внимание уделено повышению доходов граждан и развитию экономики. Единороссы намерены добиваться повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию пенсий и социальных пособий. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.